Ну вот. Глен, что это такое? Это же детская пила. О, Глен, еще одну пилу нашел. Выпустите нас! Эй! Это я, Влад А4. У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. Кто вы будете в будущем? Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. Ты сумасшедший, что ты задумал? Ну что, Влад, вот ты и попался. Загипнотизирую тебя и буду управлять тобой. Нет, клоун, у тебя ничего не получится. Она тебя усыпляет разумом. Стану управлять я. Нет. И только стоп-слово вернет твое сознание. Люляки-музуляки, это слово очень понравилось. Твои веки тяжелеют. Тело становится в ад. Клоун, в тело Влада вселись. Что, Владик? Попался! Что происходит? Даша, быстро отпусти меня! Нет! Клоун, тебе никто не поверит! Я никогда не поверю! Кстати, зрители, у меня для вас есть тоже кнопка подписаться, не нажмись! Можете попробовать, она заблокирована! Ну а кто уже успел подписаться, вам повезло! Они найдут меня, да, надежда на них! Теперь я Влад Бумага! Никто не сможет мне перечить! Зеркало! Какая срамота! Это что, не парик? Прикольно! Иди-ка! Да вы чё? И всем привет! Меня зовут Влад А4! Работает! Все должно пройти как по маслу! Нужно тут все исправить, все изменить! У нас будет цирк А4! Как-то лучше! Включить забыл! О, телефончик А4! Не покажу номер Глента? Вот, держите! Ты срочно нужен мне в офисе! Лошара повелся! Клоун укусил! Никто меня не кусал! Ну смотри, что я сделал! Посмотри! О! Читай! Это что такое? Клоун не кусал! Нет! Я, Влад Бумага, придумал! Твое право! Именно! Здесь так мрачно! Нужны воздушные шары! Украшения! Хорошо! Давай, давай, быстрее! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Влад, а что ты тут делаешь? Все в кабинете будет запаковано в подарочную упаковку! Подписчики, а вы любите праздник? Если любите, то ставьте лайк! Какой у нас крутой офис! А сегодня он решил все поменять. Все цветное и безвкусное. Ставьте лайк, если согласны со мной. Стол упаковать. Держи, заматывай ножку. Ну молодец, Глен. Нет, ткань есть. Помоги мне сделать кулисы, вот как в цирке. То же самое с другой стороны. Так. И та-да-да-дам. Я тогда на свой офис схожу. Ну, буду ждать вас, друзья. Чуть не спалился. Ну что, настало время прокачать тачку Влада. Клоуномобиль, как она будет звучать? Погнали! Ля-ля-ля. Ну, я вам скажу, что это для каких-то детсадовцев. Для настоящих мужиков. Похоже на крутую тачку. И еще нужно будет ее покрасить в разные цвета. Та-да-да-да. Вот так-то лучше. Что нравятся всякие яркие штучки, фейерверки, образ. Хотел для пацанов сделать что-то необычное. Пацаны идут. Так. Да я вам серьезно говорю. Че, вечеринка на 30 миллионов? Эбиков, ты че? На это событие мы такую вечеринку закатим. Кнопочку подписаться внизу. Так, пацаны, садитесь сюда. Без носов в офис приходить теперь нельзя. Не, ну Глен сказал, что Влад встал не с той ноги. Клоунские наряды одел. Меняем направление контента на канале А4. Смотрите! Та-дам! 30 роликов с клоуном! Надо же все обдумать, обсудить с командой. Нашим подписчикам нравятся и другие наши ролики. Чип. Нужно переходить на фокус, смотрите! Пу! Та-дам! Уп, чё, сумасшедший? Ну, над фокусом еще нужно поработать. То есть вам не нравятся мои идеи? Нет, не нравится. Здесь босс. И значит, я здесь все решаю. Отлично, я рад, что мы единогласно приняли сюрприз. Он ждет вас на улице. О, сюрприз! Ты чё? Смотрите! Та-да-да-дам! И чё это такое? Теперь на съемки и со съемок вы будете ездить в нем. Будем угощать всех-всех-всех мороженым. Покажу, как это работает. Давайте, давайте. Походу, вообще с ума сошел. Уникальные вкусы мороженого. Получается интересное сочетание вкусов. Тот останется здесь работать. Не хочу. Слушайте меня. Ковяков, крути, дружочек мой. Из мороженого и джем. Крути дальше.
Бабаска! Нет! Отлично! Так, теперь я. Ингредиент. Супер! И последний ингредиент. Побольше, побольше. Серега! Бабаска! Пошел! Скидал! Ребята, я последний раз такого веселого Влада видел. Барабанная дробь! Сочетание. Ну что, объявляю челлендж. Тот остается тут работать. 2, 1, погнали. Так, да. Не выплевывай мороженое, это святое. Поднимай, ешь. Не, лучше я проиграю, но с полу есть. Да, Сережка мороженщик. Целый день угощаешь всех желающих мороженым. А ко мне тут должно пару друзей прийти. Идем на ангар, кое-что вам покажу. Пойдем, пойдем. Влад, ты серьезно? Где весь наш мерч? У нас что, теперь такие костюмы будут? Переодевайся, а я сейчас мелкие детальки доделаю. Ну вот. Накаркал. Новый формат для роликов с клоуном. Форматы и челленджи. Клоун, почему? Должен этим всегда заниматься. Где-то покупай, потом за нами охотится. Так, ладно, ладно. Как будто мы не с Владом, а с клоуном разговариваем. Принервничал. Вы это лучше полезайте в коробку, пацаны, давайте. Я же Влад, слушай меня, давай. Вообще, пока это секрет, залазь. Глеб, что это такое? Пацанам больше не понадобится. Все что угодно. Он вообще, ты видел, как странно себя ведет? Эй! Пацаны, как вы? Да не очень, тут как бы никуда не уходите. Я сейчас приду. А одежду я захвачу с собой. Будем ждать, сказал же, ждите, скоро вернусь. Подписчики, и вот так каждый раз. Мы снимаем их 4 в неделю. Если ты еще не подписан, спустись под этот ролик и нажми. Но уже куча времени, а Влада нету. Давай пробовать выбираться. Инструмент. Ну давай искать. Это же детская пила. О, Глен, еще одну пилу нашел. Мы тут, Глен, встряли с тобой. Выпустите нас! Сижу уже час, никто не приходит. О! Здесь угощают мороженым бесплатно! Да-да, конечно, конечно, угощайтесь. Какой-то странный гость. Вкусно. А офис Влада бумаги там? Да. Есть уже клоун. С какой стати Влад решил позвать еще? Пойду проверю пацанов. Не знаю, под ногой валялось. Это же рупор. Как громко. Помогите! Пацаны, вы где? Серега! Васина! Будьте здесь, никуда не уходите. Тут инструменты. Так, отойдите от стены. Эй! Да мы можем подождать, если что. Ё-моё! Мы тут. Да, мы тут, Серега. Ой. Где моя одежда? И моя. Не понял. Вообще, заметили, как он себя сегодня странно ведет? Мы должны за ним проследить и понять, что случилось. Нужно проследить за ним и узнать, что у него в ящике. Мне в голову пришла одна очень странная мысль. Но Влад теперь с клоуном заодно. Что у него там в коробке? Ну, погнали. Так. Что это тут у нас? Да. А почему он говорит голосом клоуна? Так это еще не доказательство. Давайте посмотрим, что он будет дальше делать. Пошла ваша посылка. То, что нужно. Буду строить из них ящики. Да. Высылайте. Жду. Это обязательно нужно учесть. О, Кобяков боится коробок. Вы это видели? Так, это что такое? Страхи? Глен, ты что, боишься Барби? Да что это за бред? Серега, он вообще пони боится. Это Глен сказал? Пони там в коробке, мы же сюда за этим пришли. Так. Наши новые коробки. Это быть с клоуном заодно. Если ему позвонили, значит надо его выследить. Много-много веселья. Будем развлекаться. Правда? Да. Спасибо. Да. Это тот же клоун, которого я кормил мороженым. А что, решил нанять нового клоуна? Меня зовут в бухгалтерию подписать какие-то документы. Договорились. Разделяемся. Здравствуйте. О, Глен, привет. Кто вообще? Я ваш новый бухгалтер. Хорошо, а ручка у вас есть? Поменьше не нашлось. Подписывайте, не отвлекайте меня. На голодный желудок работать очень сложно. Ладно, не буду мешать, аккуратно возьму еду. Что тут происходит в этом офисе сегодня? Кто это там кричит? Когда я управляю Владом бумагой? Да! Тонский цирк? Да! Глен Кобяков и Серега будут выступать? Да! Ну и все такое.
Вот, блин, клоун вселился во Влада и управляет им. Карандашик, блин, за что мне все это вообще? На самом деле это не Влад, им управляет клоун. У меня есть план, как проверить, Влад это или клоун. Клоун! Что? Попал! Уже все знаем. Упс, ну тогда мне пора. Пацаны, за ним! Какое стоп слово? Говори давай! Блин, все, я буду Владом А4. В дальней комнате. Это я, Влад А4. Ну и жуть. Стоп слово. Так, а люляки, мазуляки. Да больше никаких роликов с тобой. Заматывай этого психа. Ну, клоун. Горло, капец, болит. Что ты там говоришь? Я говорю, отпустите меня, пожалуйста. И чтоб ближайшую неделю тебя вообще здесь не было. Надеюсь, вам понравился этот видос. Глент. Пока.